Основная команда КВН Российского университета дружбы народов. Москва. И пришли они к нему, и сказал он им: «Возвращайтесь». И вернулись они. Книга КВН, глава 7, стих 24. Стойте! Ребят, может, мы совершаем ужасную ошибку? Арарат, что ты паникуешь? Мы еще молодые, мы еще кучу шуток напишем. Мы сильные, модные, да мы будем фаворитами в следующем сезоне. Питер тоже так думал. Ребят, может, ну его этот сезон? Слышите, как ЧП до сих пор переживают? Да бог с ними, с ЧП! Вряд ли. Ребята, да нам еще играть и играть! Ну, мы же молодые! Парни, извините, опоздал! В такси заснул! А главное, перед пассажиром как неудобно получилось! Ладно, Сангаджи, давай, читай заклинание! Все готовы? Да. КВН, Руден. Не то заклинание. Так, ладно. Решили идти? Пошли. Решили, да решили, но страшно играть копать. Мы команда РУДН. Мы играли в КВН. В первый раз нас ждал финал. И в финале Сочи нас бэнг-бэнг. Через год нас Пятигорск, бэнг-бэнг. Их самих на летнем кубке, бэнг-бэнг. Это принцип КВН, бэнг-бэнг. Ну, здравствуй, фестиваль. Да, парни, тяжело. Слушай, а шот-то нормальный? Да он не дышит! Парни, извините, опоздал! В такси заснул, представляете как! Ребята, ребята, ну так же нельзя! Что нам скажет президент Международного союза КВН Денис Александрович Жалинский? С чего? Александр Васильевич Масляков! Парни, вы что, не знаете, что произошло? Нет, что такое? Вы что, вообще не в курсе? Я ж с ума сошел! Ребята, да поймите вы главное! Вот мы 2 сезона высшей лиги играли, ну. Чемпионами не стали. Нет. Потом год не играли. Ну. И опять чемпионами не стали. Да. Понимаете? Проблема не в команде. Проблема в системе. Система против команды. Вот в этом году 2 чемпиона, но... а в следующем вообще не будет. Почему? Ну потому что мы в сезон идем. Так, ладно, парни, успокойтесь. Сейчас очень ответственный момент. Дорогие друзья, дело в том, что мы приняли принципиальное решение. Мы идем в сезон. И, честно говоря, немного волнуемся, и вся команда буквально на нервах. Тем более, что смотрит сам Александр Викторович и... Извините, Виктор Васильевич и... Сангаджи, свой текст учить надо. Давай я сам решу, что мне делать. А чё ты мне сразу хамишь-то? Ты чё, думаешь, я буду терпеть, что какой-то калмык косящий под китайца будет мне хамить, что ли? Что ты сказал? Вы, наверное, подумали, что сейчас начнется банальная драка. Тихо! Спокойно! Год прошел, парни, растем. Да, год назад все было по-другому. Год назад я играл индуса. Закрой рот, таджик. А я, ребята, год назад из вас даже никого и не знал. Вот, видишь, как время летит. Кто это?
А я год назад вообще девственником был. Спасибо, Арарат. Очень интересная информация. Мужики, мужики! Я не понял. Я тоже в команде. Ну давайте, направляйте все пистолеты на меня. Ну давайте, стреляйте уже! Ладно, ребята, я все понимаю, снова сезон идем, но почему мне слов не дали? Вот твои слова. Ладно, ребята, все понимаю, снова сезон идем, но почему мне слов не дали? Так, ладно, парни, давайте успокоимся. Стволы в небо и медленно опускаем. Одновременно все. А я не опущу. И что ты будешь делать, стрелять? Да, я выстрелю. Давай. Вадик, я выстрелю. Давай, Арарат. Вадик, давай, я стрелю. Стреляй своего лучшего друга. Давай. Вадик, нет. Вода. Вода. Кислота. А чё? Прикольно, значит, ну я тоже водяной. Ты чё, дурач? А чё, кто подсунул, а? Тихо, тихо, тихо. Вы понимаете, что теперь мы будем играть вечно? Почему? Потому что только он умел логично заканчивать наше выступление. Так, я знаю, нам нужно найти человека, который умеет делать так же, как капитан, ну? Я не умею. Жека, Дози умеет, давай. Дози, ну-ка изобрази сангаджи. Калмыки лучше всех, you, Не-не-не-не-не-не, трезвого. Парни, а может я попробую? А, то есть ты считаешь, что ты похож на сангаджи? Ну, вчера с Наташей прокатило. Ну ладно, пусть попробует, он хотя бы азиат. Да, давай. Если бы во всем мире вообще конфликтов не было, чтобы темы здравые по всему миру, чтобы с лавандосом, у, как много лавандосов, вот так с лавандосом. Слушай, хватит дурачиться. Пойдем в сезон? Я не знаю. Алло? Александр Васильевич, здравствуйте, да. Нет, сейчас просто немножко мертвый. Команда? Нет, команда живая. Что? В сезон мы не пойдем, нет. Нет. Да, и, пожалуйста, больше мне не звоните. И забудьте мой телефон, да. Все, до свидания, целую. А вы что, не в курсе? Мы ж с ума сошли! Да! Возвращаться в сезон. Мол, их самые лучшие игры уже позади. Но мы считаем, что хорошая команда КВН, она как бумеранг. Если правильно запустить, она обязательно возвращается. Парни, всем привет! Ну что там, как учеба, как койоты? Эй, Шотик! Как живешь? Санджик, у меня работа, Костик женится в субботу, Эндрю в школе. А у Сашки дождь. А может, все бросить? Александр Васильевич, ну вот как и договаривались, год прошел, мы вернулись. Где встречаемся? Как где?